опять же, возвращусь, хоть это уже, как говорится, другой вопрос. Вопрос уже Мордовии. Потому как все три мяча самарцы забили из-за грубейших ошибок. Уже о третьем голе мы говорили, но как забивал, вспомните, Япуряну, когда практически свободный был, он оказался на чистом мяче и головой пробил по воротам Абакумова. Здесь вратарь это очень сложно видеть. Прорыв Юры Мовсисяна, удар и гол, быстрый гол забивает Мовсисян. И практически по центру опять рвется оборона. Оборона Мордовии, вот то, о чем я вам говорил. Посмотрите, как легко вспарывают хозяева поля по центру оборону гостей. И счет открыт 1-0. 1-0 впереди Краснодар. Вот так.